Вот он, красавчик. Вот это наш. Какая камера? Ты с камерой? Я буду с камерой теперь. Итак, сегодня какое? Четвертое? 4 марта. Погода у нас зимняя по-прежнему, хотя уже была вчера весна. С этого дня у меня губежка прошла. Мы начинаем снимать репортажи. Канал я свой буду вести на YouTube, и, скорее всего, он будет называться Брутто. Почему Брутто? Потому что это там все сборное. То есть и нетто плюс швак. Нетто, нетто — это что-то стоящее, полезное. А швак — это такая развлекаловка. На этом канале будут всякие вопросы. Вопросы будут моим друзьям, товарищам. Вот первый вопрос. Миша, ты же у нас в автосервисе «Шаман» работаешь? Да, да, видите как. Вот. Скажи, тебе какой лучше рукой крутить левую резьбу? Головой, головой. Вот такие универсальные товарищи у нас работают. На самом деле, Михаил не ожидал, что его будут снимать уже сегодня. Я сам не ожидал, потому что вчера не то было. А вот сегодня это то, что надо. Поэтому канал Брутто, подписывайтесь, ставьте лайки, и вы будете довольны. Ну, а полезная информация, она всегда будет всегда полезной. Поэтому, Михаил, помаши ручкой ребятам. Yes! Все, все. Юра наш Собакин спит, у него внуточка вся помятая. Так что пока, скоро увидимся.